Вышла новая 62-я серия Скибиди Тойлет. Итак, мы видим тут, чинят одного камерамена, идет Биг Камерамен, и они играются со скибидистом Дадах. И тут происходит эпичный взрыв черного скибидиста. Никто ничего не понимает. Взрывные машины. Камерамен убегает от скибидистов. И тут появляется окружение. Но тут происходит черный дым. И появляется скибидист ученый. И вот его один шип ударил разгромом. Все. И тут он начинает тут очень громко делать удар просто. Отчего камерамен одевает наушники, но тут зря. Пролетает Джимен, разрушая все от своего гнева. Пролетает очень много скибидистов. И тут взрывает всех, и появляются первые гигантские скибидимены, которые лучше, чем скибидисты. И серия заканчивается. Ну а теперь разбор. Мы видим тут один камерамен, непонятно каким ртом, пьет этот напиток. Тут одного камерамена лечат. И, кстати, да, это инженерные камерамены. Тут пока ничего нету, но очень много деталей. Проходит другой камерамен. И вон в том уголке виден какой-то непонятный коробка-вертолет. А также вот здесь стоит камерамен с оружием. Если сзади него приглядеться, там летит, кажись, паразит. Если приглядеться в другой уголок, можно увидеть камерамена, а также что-то смотрящее с жутким лицом на нас. Кстати, да, у спикермена появляется новая способность. Это уничтожение звуком, а также мы видим, кто-то там стоит. Видимо, непонятно кто, но это не Дафак. И да, за машиной никого нету, даже Дафака. Но там за машиной один непонятный, кажется, скибидист. Такие пасхалки. Кстати, тут единственный маленький спикермен, это вот этот спикермен, который разговаривает с обычным камераменом. И да, тут Дафак Бума нигде нету. Если приглядеться в тот уголок, можно увидеть какую-то девушку. Непонятно, с чем это что связано. Но, однако, очень интересно. Кстати, если мы посмотрим в тот уголок, мы можем увидеть что-то некое непонятное в виде, похоже на какой-то типа вертолета или новой технологии. Возможно, либо камераменов, либо скибидистов. Кстати, да, аналог скибидистов. Новые скибидисты — это лысые скибидисты с ужасающим лицом и наушниками. Улучшенные скибиди-вертолеты. И, кстати, да, вот он, Дафак Бум. Стоит вот здесь. И да, появляется новый скибидист, а именно супермощный скибидист-самолет с 9 ракетами. И да, кстати, вот этот скибидимен не был ни в каких сериях. Это совершенно другой. Возможная отсылка на скибиди-мультиверс. И напоследок, последний на данный момент скибидист, который является меном из Скибиди Мультиверс, это скибидист Пиломен. Удачи! Вот такой был разбор.